Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 31 августа. Страшный четверг. Обязательно избегайте этого, чтобы не испортить судьбу. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Энергетика дня поражает и своей невероятной мощью. Ведь наступают нейтральные 15-е лунные сутки. Время полнолуния. В этот период в людях усиливаются позитивные и негативные черты. Снижается самоконтроль, напоминает о себе дремавшие до недавнего времени инстинкты. Поскольку Луна находится на пике активности, управлять энергиями дня становится под силу не каждому. Появляется риск переоценить свои силы, поскольку ложное ощущение всесилия сбивает с толку и подталкивает к авантюру. Кроме того, сегодня вы особенно подвержены иллюзиям и искушениям, поддавшись которым, вы перечеркнете свои предыдущие достижения. Основные свойства дня. Загадочное мечтательное созвездие Рыб, в котором временно обитает Луна, добавит вам нерешительности и сомнений, что является далеко не лучшим качеством 15-й лунной сутки. Следствием может стать повышенная восприимчивость, поэтому важно не допускать принятия решений под влиянием эмоций. Старайтесь переключить свое внимание на действительно приятные для вас занятия. Погрузитесь в творчество или займитесь благотворительностью. Будьте заботливы по отношению к тем, кто находится рядом. Не позволяйте негативным помыслам взять верх над вашим сознанием. При этом не стремитесь достичь какого-либо идеала. Помните о том, что гораздо важнее быть собой и действовать так, как подсказывает интуиция. Символами этого сложного дня являются змея и шакал. У каждого из них есть как негативные, так и позитивное значение, что указывает на двойственную энергетику, свойственную 15-м лунным суткам. Это период обретения мудрости, умения видеть истину в любой ситуации. Но сегодня вы рискуете столкнуться с множеством соблазнов и иллюзий, способных направить вас по ложному пути. По этой причине сегодня нежелательно действовать под влиянием момента. Рисковать и участвовать в каких-либо конфликтах, потакать своим амбициям. Поскольку день в равной степени является и опасным, и благоприятным, в ваших силах избежать его негативной составляющей и направить мощную энергию 15-х лунных суток себе вам благо. Именно в этот период вы получаете шанс изменить свою жизнь, достичь чего-то, на что не доставало сил ранее. Но помните, чтобы ваша мечта стала реальностью, необходимо, чтобы она шла из сердца. Не менее важно избегать негативных пожеланий, способных навредить окружающим. Определившись с тем, чего вы хотите достичь, приложите все усилия для достижения цели. Удача будет на вашей стороне, а обстоятельства непременно сложатся в вашу пользу. Особенностью этих суток является возможность измениться в лучшую сторону, трансформировать свои негативные качества в положительные. Поэтому день идеально подходит для самосовершенствования. Чтобы ваши действия привели к лучшим результатам, не позволяйте эмоциям взять верх над разумом. Помните о самодисциплине. Не поддавайтесь сиюминутным порывам. Ваши действия должны быть справедливыми и благородными. Только в этом случае вы получите тот результат, к которому стремитесь. Интересной приметой, сулящей удачу 15-й лунной сутки, является неожиданная встреча с собакой. Даже если это животное будет настроено негативно, день сложится для вас более чем удачно. Но чтобы не отпугнуть удачу, избегайте любых конфликтов. Ссора, произошедшая в это непростое время, грозит вам чередой неприятностей, которые затянутся надолго. Главной опасностью этих суток является страсть к азартным играм. Шансы на удачу сегодня крайне низки, поэтому вы рискуете потерять все имеющиеся сбережения и остаться ни с чем. Кроме того, сегодня недопустимо демонстрировать агрессию и гордыню, иначе вы можете навсегда потерять близкого человека. Луна советует. Непредсказуемая энергия этого дня способна принести вам невероятную удачу в делах, позволяя решить все имеющиеся трудности или привести к полному краху. Поэтому сегодня важно проявлять предельную осторожность. Не стоит браться за важные задачи, если у вас нет уверенности в том, что результат будет именно таким, к которому вы стремитесь. Придумывайте каждый свой шаг и не допускайте ненужных рисков. Старайтесь избегать коллективной деятельности, особенно если не уверены, что сможете сдержать эмоции и удержаться от резких слов или критики. Ограничьте общение с партнерами и сосредоточьтесь на привлечении новых клиентов. Любые рекламные акции будут удачными, так как сегодня люди легче поддаются влиянию извне. Решение денежных вопросов пока отложите, особенно если речь идет о крупных тратах.
Хотя в эти сутки имеются шансы получить желаемую прибыль. Риск потерять все не менее велик, поэтому лучше не рисковать и перенести все важные сделки на более подходящее время. Заболеть в эти сутки довольно сложно, но даже если недуг сумеет вас одолеть, беспокоиться не о чем, поскольку выздоровление наступит быстро и без осложнений. Разумеется, при условии, что вы не будете игнорировать рекомендованное лечение. Уделите внимание питанию, не допускайте переедания. Ешьте больше морепродуктов, исключите из рациона жирную пищу. Энергетика 15-го на суток может негативно отразиться на взаимоотношения пар, только начавших совместную жизнь. Они могут столкнуться с противоречиями, недопониманием, конфликтами, поэтому лучшим решением будет провести день в одиночестве. Иная ситуация супругов, длительное время живущих вместе и достигших семейной гармонии. Они обретут возможность еще больше укрепить отношения и привлечь в семейную жизнь удачу. Отдыхать сегодня лучше в одиночестве или в компании самых близких людей, поскольку общение будет складываться не самым лучшим образом. Отправляться в дорогу не стоит, так как поездка может негативно отразиться на вашем самочувствии. Хорошим решением будет прогулка на свежем воздухе, так как общение с природой поможет вам справиться с мощными энергиями этих суток. День идеален для любых магических практик, кроме групповых обрядов. Его мощная энергия позволит вам привлечь все, о чем вы мечтаете. Однако помните, что важным условием удачи являются добрые намерения. Негативные действия могут стать причиной длительных неудач. Впускаем в свою жизнь процветание. Как стемнеет, подойдите к окну, в котором видна луна по возможности. Подумайте о том, как вы представляете свое счастливое будущее. Обязательно его представьте. Затем три раза скажите: «Великий день меня мать родила, счастливая доля мне суждена, защита святая мне дарована. Как речки и ручейки к большой воде устремляются, так и в мой кошель денежка собирается. Золотое серебро широкой рекой течет, мне на пользу идет. Как щедра земля матушка, так и долюшка моя отныне богата. Слова мои никому не перебить, достатка моего не сгубить. Замок запираю, ключ в воды морские опускаю. Никому его не достать, счастье мое не отнять». Говорим три раза. Далее занимаемся своими делами. Чтобы привлечь позитивные перемены, ритуал проводится в светлое время суток. Выйдите на улицу и найдите участок широкой ровной дороги. Встаньте неподалеку и, глядя на дорогу, просто скажите: «Путь ровный и прямой передо мной. По нему мне легко идти, да счастье свое несложно найти. Отныне все в моей жизни гладко и счастливо, судьба ко мне милостива, да будет так». Говорим один раз, далее просто отправляйтесь по своим делам. Для укрепления здоровья. Для ритуала вам понадобится простая вода. Берем стакан с водой, держим в руках и говорим такие слова: «За морем, за океаном, на острове, на буяне избушка стоит. У ней труба сильно дымит. Как ветер то дым сносит, так и с моего тела все болезни пусть уносит. Как огонь в печи ярко горит, так и мне судьба пусть здоровье крепкое подарит. Да будет так». Говорим три раза, далее этой водой нужно просто умыться. По народным приметам в этот день отмечают лошадиный праздник. Именинники последнего дня лета наделены природной притягательностью и прекрасными деловыми навыками. Являются большими ценителями красоты и обычно обладают потрясающим вкусом. Благодаря общительности и харизме им легко завоевывать расположение людей и заводить удачные знакомства, да и окружающие сами тянутся к ним. В любовных отношениях ценят прежде всего поддержку и схожесть интеллекта. А найдя вторую половинку, делают все возможное, чтобы создать прочный нерешимый союз, а их талисман – хризолит. Наши предки, уважительно относящиеся к лошадям, старались в этот день дать им все самое лучшее. В этот день обязательно подвешивали подкову над дверью. Считалось, что таким образом придет счастье в каждый дом. И по традиции перед сном обязательно проговариваем такие слова: «Каждую ночь я погружаюсь в глубины своего подсознания и обнаруживаю новые искры творчества и вдохновения, которые привносят в мою жизнь радость и удовлетворение». Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что обязательно в вашей жизни будет все чудесно.